Всем привет, ребята! С вами дядя Володя Страшный. Ну, вам же нравится, что я Страшным себя называю, поэтому теперь буду с сегодняшнего дня, сегодня 9 марта, буду называть себя Страшным. Вчера не называл Страшным, вчера 8 марта было. Ну, на всякий случай не называл, может, думаю. Ну, думал, что может что-нибудь отломится. Еду с работы, время 9:24. Сейчас останавливался, вел стрим, общался с вами. Так, приятно пообщался. Ну и вот сейчас едем. Не спеша едем, как всегда. Спешить куда? Спешить нам некуда, потому что мы все равно успеем. Что спешить? Бузончик играет. Комиссар, как всегда. Вечер, и опять я вижу свет в твоем огне. А между нами необъятна пропасть. Ты уже не будешь ближе и любимей мне. Все окончилось настолько просто. Все окончилось настолько просто. Дизель 38.80, 92, 36, 70, 39, 90, 95 бензин. Обмана и в твою любовь верить свято, слепо, безрассудно, словно осени туманы скрыли за собой ложь признаний всех. Ложь признаний всех твоих безумных. Все кончено, все, даже не думай. Я забыл телефон, и квартиру, и дом. Пусть собой унесет ветер безумный. Сзади машина стоит, ждет меня, пока я наиграюсь. И надежды пусть унесет. Я уже не вспоминаю место наших встреч. Разве виноваты лес и травы? Маски на заре, это были лишь твои забавы. Это были лишь твои забавы. Вот такие забавы у нас сегодня с утра. Всем спасибо, всем пока. Не болейте, не хворайте.